وقال الحسن إن صاحب بدعة لا يقبل له لا صوم ولا صلاة ولا حج الله وبدعتك ني برنيماية ني بوست ني مليتو ني حج ني عمرة ولا صدقة إني صدقة ولا جهاد ولا صرف إني أبزات النبش ولا حق لتطوع توس دبلني تلني почему не понимает? То есть, ни пост, ни молитву, ни хадж, ни умра, ни садака, ни джихад, ни, ничего не понимает. А, почему? Потому что эти ибадаты этот человек совершает не соответствует сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А мы знаем, что то, чтобы Аллах принял условия, есть, чтобы принял, Аллах принял ибада, есть несколько условий. Первое. Подожди. Кому я скажу? Поклонение единому Аллаху. Не предавай ему сатану. То есть, таухид. Второе условие. Искренность. То есть, человек должен совершать этот ибадат искренне. Третье. Соответствие сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если одно из этих отсутствует, то Аллах не принимает ни пост, ни молитву, ни джихад, ни садака, ни умра. И этот, эти слова, можно сказать, ма'на этих слов мутаватир. Пришло от многих ученых. Как об этом сказал Аль-Аузаи, также в Аль-Фудайль, в Асад ибн Муса, в Айюб, в Абн Аун, в Хишам ибн Хассан, в Суфьян ас-Саури, в Аль-Аджурри и другие.